В многоквартирных домах кнопки домофона, ручки дверей и перила ежедневно обрабатывают специальным раствором. Эта работа выполняется для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Сегодня дезинфекция прошла в подъездах на Партизанской 94. Жители отмечают, что после этих работ они чувствуют себя безопаснее. Особенно важно чистоту поддерживать и дезинфекцию проводить. Так что они выполняют честно. Я не знаю, как в остальных домах, но я жаловаться на них не могу. За этот год в Самарской области инспекторы провели более 50 тысяч проверок. В отношении управляющих компаний, которые недобросовестно выполняли свою работу, составили 350 протоколов. Мы получаем обращение граждан, соответственно, сразу реагируем. Сейчас проводим мониторинг многоквартирных домов на предмет того, что управляющие организации должны проводить мероприятия по дезинфекции с дезинфицирующими средствами всех контактных поверхностей общего пользования в многоквартирном доме. В Самарской области создан Центр управления регионом, главная задача которого – наладить быструю обратную связь между жителями и представителями власти, контролировать качество и скорость реакции на обращения и запросы жителей в открытых источниках. С начала 2020 года в системе мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент» было отработано 156 жалоб от жителей региона, которые касались отсутствия регулярной дезинфекции в подъездах. Государственная жилищная инспекция за осень отработала порядка 80 сообщений жителей в соцсетях. Мария Елчан, Константин Головин. События.